Ну да, должна быть возможность всегда связаться с командой YouTube, чтобы они хоть как-то исправили все это дерьмо. Вообще, говорю, YouTube, как бы там ни был, он говняшка. Особенно для людей, которые хотят только игры показывать. То есть он как бы супер удобный в плане сервиса, и в плане доступности. Но не супер удобный из того, что нам всем предлагают в интернете. Но не сказал бы, что этого достаточно. Сам я никак с YouTube не связан, поэтому я фиг знаю, я не могу сильно помочь. 91 пища, как бы не очень. Look, I'm fed up with all of it. Companies like ours, yours, bend the laws when it suits business. Bork, they'll be weak. I'm doing it. I see you, sir. Just look. You and your there. You do. They well. I'll do. I do.